ребят, вдвоем вы у нас остались. Сейчас и за вами родители придут. Гай, что-то кушать так хочется. Может, мы после работы зайдем в какой-нибудь ресторанчик перекусим? Цветочек, недавно только ужин был в детском садике, а тебе опять кушать. Просто у Цветочка там малыши в животике, они тоже кушать просят. Вот-вот. Ой, за мной мама идет. Мамочка, привет! Пока-пока, приходи завтра. Цветочек, ну я не знаю, давай зайдем в какую-нибудь кафешку или ресторанчик, да? Точно, я сейчас у папы выпрошу, чтобы какой-нибудь чизбургер или гамбургер мне купил. А лучше этот, обед с игрушкой. Вот и папа пришел. Пока-пока, цветочек Гай. До свидания, ждем тебя завтра. Гай, точно, я хочу гамбургер. И огромный стакан кока-колы. Цветочек, ну это вредно. Давай лучше возьмем по салатику и чай зеленый. Нет, ты знаешь, именно сегодня я прям жуть как хочу какого-нибудь быстрого питания. Фастфуда, понимаешь? Или картошечки фри, а может быть даже хот-дог. Нет, ну все, я теперь не успокоюсь. Ладно, пойдем. Что ж с тобой поделать, если хочется очень. Да я и сам от таких вредностей не откажусь. Просто думал, цветочку нужно полезное питание. Ну раз так дико хочется, разочек-то и можно. О, цветочек, смотри, хот-доги и гамбургеры на улице продают. Может тогда сюда заскочим? Купим и домой пойдем, а дома сериальчик включим, так и поедим. Думаешь? Ну, так-то идея неплохая, а что тут продают? Так, хот-доги, остренькие с горчицей, как я люблю. Так, всякие вафельки. Скажите, пожалуйста, а гамбургер что-то не вижу в меню? Гамбургеры есть у вас или чизбургер? Здравствуйте, здравствуйте, конечно, конечно. Вот свежайший гамбургер. Чизбургер, если надо, тоже сделаю. А еще есть кока-кола, спрайт, фанта. Ну, что выбираете? Цветочек, ты что будешь? Так, Гай, ну я, наверное, возьму гамбургер, картошку фри и что-то попить. О, подскажите, а это что за красивые стаканчики? Раньше я таких не видела. Да вы что, это же Гримас Шейк. Вы что, ничего не знаете? В честь его день рождения выпущены специальные коктейли. Они ягодные, с молоком, со сливками и с мороженым. Объедение просто. Гримас Шейк? Ничего не слышал об этом. А что там написано? Гримас Бездой. Ну что ж, Гримас, с днем рождения. Я, наверное, по старинке возьму кока-колы. И чизбургер, пожалуйста, заверните. Гай, ну что ты, все по старинке да по старинке. Тем более слышал, что там в составе все натуральное. Ягоды, мороженое, сливки. Я возьму Гримас Шейк, пожалуйста. Ладно, цветочек, уговорила. Давайте два Гримас Шейка тогда. Два Гримас Шейка. Отличный выбор, сейчас вам все упакую. И это с вас 2450 рублей. Сколько, сколько? Это чего, это у вас так дорого-то? Цветочек, может пойдем отсюда? Гай, ну да ладно тебе. Не так уж и дорого, тем более я уже очень хочу этот Гримас Шейк. А где мы еще его найдем? Недорого это берите, Гримас Шейки есть только у нас. Именно на них цена еще и акционная, а вы говорите дорого. Ладно, ладно, заворачивайте давайте нам в пакет и домой пойдем. Вот вам 3000 рублей. Хорошо, сейчас дачу выдам. Гримас Шейк, интересненько. Уже так хочется попробовать, мне кажется, там такой ягодный, освежающий вкус будет. Может, по два возьмем? Цветочек, давай хотя бы попробуем, сначала по одному. Вдруг эта гадость несусветная. Конечно, продавец расхваливает, ей продать нужно. А там, может, фу, гадость какая-нибудь. Думаешь, так аппетитно выглядит? Ну ладно, если что, потом еще купим. Идите, идите. Ну что, ждем очередной выпуск новостей. Ох уж мне эти гримас-шейки. Скоро в Лоутауне не останется ни одного оригинала. И наконец-то его захватят подделки. Ну вот, еще 5 минут, и сериал начнется. Можно приступать к поеданию пищи. Какой вкусный гамбургер. Объедение, видно, что свеженький. Листья салата, огурчик, сыр и котлета. Да, Гай, ты прав, очень вкусный был гамбургер. Нужно было по два брать. Ой, нет, хотя я, кажется, уже объелась. Осталось только попробовать этот Гримас Шейк. Я думаю, тоже очень вкусный будет. Цветочек, ты была права, это что-то с чем-то. Объедение. Попробуй. Прям чувствуется свежие ягоды, мороженое, молоко. Реально? Ну вот, а ты покупать не хотел. Я сейчас попробую. Вот это вкус. Такой еще странный, с какой-то ноткой. Но очень вкусно, оторваться невозможно. Спасибо, Гримас, за такой чудесный коктейль. Цветочек, у тебя пульт. Смотри, там какие-то срочные новости по телевизору. Делай погромче. Да, Гай, у меня сейчас хорошо. Внимание, внимание, жители Лоутауна. Последнее время все чаще в нашем городе стали распространяться неизвестные коктейли. Фиолетовые коктейли с названием Гримас Шейк. Якобы
Они выпущены в честь дня рождения Гримаса. Внимание! Слушайте все, ни в коем случае не покупайте и не пробуйте эти коктейли. Это опасно! Повторяю, не пробуйте коктейли Гримас Шейк. Под любыми предлогами выкидывайте их в мусор. Не вздумайте попробовать. Это опасно. Сейчас идет оперативная работа по поиску тех, кто их продает. Если вы по каким-либо причинам попробовали этот шейк, срочно вызывайте скорую. Ой, Цветочек, ты слышала это? Какой ужас, Гай, что с нами будет? Что будет с детьми? Ох уж этот Гримас Шейк. Гай, кажется, у меня кружится голова, срочно звони скорую помощь. Гай, мне плохо. Гай! Цветочек, я уже звоню. Здравствуйте, доктор, да. Гримас Шейк выпили, да. Я и жена моя, да. Она беременная. Да, срочно приезжайте. Ой, кажется, голова кружится, да, ждем. Цветочек, скорая уже едет. Гай, что с нами будет? Цветочек, все будет хорошо, я уверен. Хоть бы были еще в сознании, о нет. Гай, Цветочек, носилки, срочно сюда. В больницу, включайте все мигалки, мы должны успеть. О боже мой, Цветочек еще и беременна. А вот он виновник, Гримас Шейк. Да будь он не ладен, откуда он только взялся в нашем Лолтауне. Так, срочно антидот. Цветочек, сейчас Гаю. Гай, ой, Цветочку нужен двойной, у нее же ребятишки еще. Ой, хоть бы на них не повлияло никак. Ой, хоть бы не фиолетовые родились-то, а? Сейчас я вам помогу. Клизму срочно. Сейчас мы этот Гримас Шейк из вас-то выведем. Фу, гадость какая, кто только ее изобрел. Ну, чтоб в Лолтауне больше никто не пил эту гадость, вы поняли? У меня работа из-за этого. Вон сколько, целая палата лежит. Все этот Гримас Шейк попробовали. И хочется им всякую дрянь-то пить. Так, ну все, должны очнуться вроде. Цветочек, Гай, как дела у вас? Ой, доктор, а что вы тут делаете у нас дома? Цветочек, я хочу тебя разочаровать. Кажется, мы в больнице. Доктор, что случилось? Коктейля вам вкусного захотелось. Вот что случилось. Фух, хорошо. Все обошлось. Сейчас. Еще пару часов, и будете как новенькие. Но чтоб впредь, особенно ты, Цветочек, беременна и всякую неизвестную дрянь в рот берешь. И ты, Гай, не смотришь за ней. Чтоб с сегодняшнего дня только натуральные морсы и компоты. Я слышно вам говорю, понятно все? Ой, Гай, кажется, я начинаю вспоминать. Мы с тобой пили Гримас Шейк и смотрели новости, экстренный выпуск. А потом так закружилось, все закружилось. Спасибо, доктор, что спасли нас. Подскажите, пожалуйста, с малышами все хорошо? Да, Цветочек, это чудо, что с ними все хорошо. УЗИ сделала, все хорошо, пинаются, шевелятся. Больше гадость такую им не предлагай, ясно тебе? Конечно, доктор, но кто ж знал, что такое новинка, говорит, вкуснейший, он и правда вкусный. Мы с Гаем пили, а потом новости эти. Ой, да, больше не будем совершать таких ошибок, да, Гай? Это уж точно, Цветочек, чтоб я еще раз тебя послушал. Доктор, а никаких последствий не будет для организма? Этот коктейль мало изучен, но я думаю, что мы с вами от этого яда избавились. Ну, возможно, незначительные галлюцинации, а так все к завтрашнему дню должно пройти. Можете даже на работу идти. Ну, если будете плохо себя чувствовать, конечно, мне сообщите. Спокойной ночи, Гай. Спокойной ночи, Цветочек. Ой, Гай, а кто там ходит? А, это Гримас, наверное, возвращается с дня рождения. Или пришел коктейли свои забирать. Ой, а ты что, их не выкинул? Подожди. Вроде выкидывал. Я ж тебе сказала их выкинуть, Гай. Да ладно тебе, пусть забирает свою гадость. Не жалко.